Эй, привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Я Жанка Англичанка, и сегодня я затащила вас еще в одно интересное место, которое находится в Австралии, штат Виктория. Называется это парк Грампианс. Считается как бы такое туристическое место тоже очень интересное, так как здесь очень много гор, также лес. Но вот именно вот горы, и я вас постараюсь затащить, не знаю, куда получится, на самые высокие точки, может быть. Также здесь есть красивые водопады, ну, по крайней мере, два я видела. Вот один из водопадов — это Маккензи, известный водопад, и еще какой-то. Ну, не знаю, доберусь ли я до следующего водопада или нет. Ну, в общем, посмотрим, куда нас опять дорожка заведет, но очень все интересно. Здесь первую остановочку я сделала, прежде чем мы начнем подниматься, я так думаю, в горы или, может быть, между гор. Вот, посмотрите, видно, у нас с этой стороны горы, лес, и здесь горы тоже. Гор разные названия, тут есть Mount Zero, это гора 0, Mount Difficult, трудная гора. В общем, такие интересные названия. И, в общем, не знаю, мы с вами поедем по одной из самой известной туристической тропинки, скажем так. Вот, ну и постараемся увидеть все самое интересное, я надеюсь. Вот. Еще поближе немножко с этой стороны посмотреть. Вот тут, видите, у нас везде горы. Эти горы у нас все тут в лесу. Лес. Ну, конечно же, больше всего мне хочется увидеть это водопады. Посмотреть. Надеюсь, будут красивые водопады. Вот, очень тихо и спокойно. Очень вкусно пахнет здесь эвкалиптом. После нескольких дней дождя сегодня так немножко потеплело, и очень здорово, эвкалипт, очень здорово, классно пахнет. Я подняла глаза вверх как раз посмотреть на это эвкалиптовое дерево, и посмотрите, у нас там птичка припряталась, я не знаю, видно или нет, вот, по-моему, это попугайчик, тоже еще один, не видно, видно, не видно, вот видно, смотрите. Не знаю, спит он там или не спит, что он там делает. Плохо видно мне тут. Отдыхает, короче. Вот эти деревья эвкалиптовые, очень здорово. После дождика пахнет. Ручеек у нас тут. Вот. Ручейка я заметила. Пригрелась тут кенгурушка на солнышке. Посмотрите, видно вам или нет. Видите, как греется. Лежит. По-тихому, пока никто не видит, отдыхает. Ну, а мы дальше с вами продолжаем наш путь. Так, что же по дороге? Я сделала одну из остановочек, где можно посмотреть на горы немножечко. Вот, к сожалению, знаки говорят, что Маккензи водопады закрыты, но не знаю, надеюсь, мы увидим хоть что-то. Но вот здесь уже начало гор. Очень интересно посмотреть вид. Ну что ж, друзья, мы с вами дошли наконец-то до одного из водопадов, который находится здесь в парке. Очень красивый такой, симпатичненький, небольшой водопадик. Вот он, какой водопадик у нас. Сверяется ли waterfall.
Итак, снова мы на вершине мира. Смотрите, какая красота. Look how beautiful it is. Amazing views. Look at this mountain, it's so beautiful. Смотрите на эти горы, как красиво. Вот они у нас, Маккензи Waterfalls, водопад Маккензи, немножечко, так как на самом деле вход действительно закрыт, видно здесь потому, что был пожар, потому что видно, посмотрите, все деревья черные, просто выгоревшие, поэтому запрещен въезд, он где-то въезд вот в той стороне у нас, и все там загорожено, потому что, наверное, еще не восстановили после пожара, видно, что есть на той стороне, он даже есть... место, где можно это все осматривать, но туда не подъедешь уже. Ну, хоть немножко. Информационный центр был закрыт, и информацию мы не узнали о том, что, что мы сможем увидеть, или о том, что водопады мы не увидим, в принципе, только один водопад. Вот так это все выглядит. Похоже, что вот эту часть леса удалось спасти, но здесь уже вот так бы это все выглядело. Вперед.